Да, так, пожалуй, легче будет. Она не хотела убивать. Она не родилась, чтобы убивать. Она хотела стать учительницей, а они пришли убивать на ее землю, сжечь. Я видела, как жгли деревню, а я не могла громко крикнуть, я не могла громко плакать. Мы шли в разведку и подошли к этой деревне. Я могла только грызть себе руки. У меня до сих пор остались шрамы. Помню, как кричали люди, как кричали коровы, как кричали куры. Мне казалось, что все живое кричит человечески. Опять лежат. Я сняла шапку, чтобы видели, что я, девчонка, поднялась. И они встали. И мы пошли только деликатные животные. Идут и боятся ногу поставить, чтобы не наступить на человека. Весною родная земля, все пехота ее берегла, прикрывая собою. Но случайная пуля ее не случайно нашла. И спешили солдаты, спешили, сменяя друг друга. После военную зарплату и куплю ящик печенья. Кем я буду после войны? Ну, конечно, поваром. Стариков остается беда той войны всех времен и веков. Шли солдаты на смерть, покидая родительский дом. И сражались они за свободу земли, на которой с тобой мы живем. Мы хотим, чтобы яркое солнце светило, чтобы снились всегда только добрые сны, что в России герои своих не жертвуют. Этот день мы приближали, как могли.